Здравствуйте, всем привет, спасибо за вопросы, теперь будем отвечать. Андрей Петров, если бы вы попали на необитаем остров, кто бы вы взяли с собой из команды? Ну, хороший вопрос. Наверное, бы взял с собой Азмуном, потому что он всегда веселее, всегда шутки рассказывает, и нам не будет скучно. Фанаты города Бунинск, Казань и всего Татарстана. Дерете ли ви снова за право пробить штрафной? Как решаете, кто будет бит? Ну, конечно, не деремся. Тренер нам говорит. А еще на поле мы чувствуем друг друга. Иногда он пробивает, иногда я. Это никаких проблем об этом. В принципе, я думаю и вижу, что он лучше меня подает и главы, и штрафные. Так что... не могу лучше получается. Альберт Исмагилов. Вопросов нет, только пожелания. Здоровья, благополучия в семье, долгих, счастливых лет, жизни вообще и спортивной частности. Спасибо. Камиль Куликов. Евелин, добрый день. Вопрос, знаете ли вы, что Болгария это южнославянский народ? Не кажется ли вам это символично, что вы оказались здесь? Может быть, у вас есть родственники, у которых вы не знаете? Спасибо. Ну, я об этом знаю. 3 дня назад со семьей ходили в Казанский Кремль. Там заходили в музей, посмотрели. Волжская Болгария. Я знал, что рядом здесь такой город Болгар, на 170 километров отсюда. Так что я считал, может быть, это символично, потому что мой народ именно здесь. Так что очень интересный вопрос. Об этом все знаю, посмотрел, читал. Посмотрим. Рустем Назипов. Как вас называют в команде? Ну, Евелин, Поп. Так называют, это Поп от фамилия, Попов, и покороче Поп, так называют. Иногда болгарский перчик тоже. Вопрос номер 21, Артур Ахмедиев. Евелин, кто сильнее, Хабиб или Макгрегор? Хабиб, конечно. Ну, потому что мне кажется, что у него и характер лучше, и очень долго тренировался об этом. Что добиться для таких результатов и сам по себе стоит как более настоящий мужчина. Вопрос номер 22. Алексей Федоров. Евелин, забьешь последние 5 игр 5 голов. Если забьет больше 5, побреюсь на лису. Ну, остались 5 игр, я не могу сказать, забью или не забью, но сделал что. Что забил, конечно. Ну, хорошо, если я точно забил 5, ты точно побреешься на лису. Хорошо? Договорились? Оскар Замалов. Евелин, как лучше всего подкатить к девушке? Ну, и идешь и знакомишься. Ну, я со своей женой, мы знакомились друг друга знали где-то с 2005-2006, а уже начали встречаться с 2010. Я долго к этому шел, писал, звонил, она не обращала внимания сначала, потом начали встречаться. Так, вопрос номер 24. Алексей Аксель. Сколько нужно съесть? Эчпачмаков, чтобы стать своим в Рубине. Что это Эчпачмаков? Ну хорошо, когда указите, скажу и отвечу. Арстан Шавкинов.
Считаете ли ви себя лучшим в команда? Ну, нет, конечно. Меня еще 4 дня назад спрашивали вот это. Не считал. Есть здесь очень много хороших игроки. Есть игроки, которые сделали, что Рубин все знали и были на этом уровне. Так что не считал себя лучшим в команде. Всем спасибо за вопросы. Лучший вопрос, я думаю, что это номер 22, Алексей Федоров. Ивелин, забьешь в последних 5 играх 5 голов. Если забьет больше 5, побриюсь на лис. Так что от меня сертификат. И если я это сделаю, отправляй фотка, как побрился, на почту Рубина. Спасибо.